Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Съемочная группа РЕН-ТВ выяснила, что нового произошло у жителей Саратова. Что в жизни интересное происходит? Что нового? Покрасила волосы. Сходил в тренажерный зал. Приехали к бабушке в Саратов. Закончил первый курс, вот наконец. Я закончил институт. На турниках занимались. Сдал первый вступительный экзамен в институт. Завтра еду домой. Встретилась с родными и друзьями. Я только приехала из Воронежа. Купила себе много вещей и аксессуаров. Я целый день вчера была на тренировке. Был на Волге целый день. Мы налаживаем аппаратуру на железной дороге. Свадьба скоро в августе. Проспал вчера весь вечер. Муж вчера поздравил с праздником, днем семьи, любви и верности. Был на приеме психолога.